Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Почти на месте. Прекрасно. Тогда я вызову тебя попозже. Погоди, этот ксеновокс, я-то смогу тебя вызвать? Он работает в одну сторону. Доверься моей женской интуиции. Чему? Женской интуиции. Чудесно. Геральт, ты уже на острове? Ксеновокс работает? Ты меня слышишь? Что? Не слышу. Ну вот, уже сломалась. Недолго продержалась эта магия. Что? Я тебя не слышу. Будь очень осторожен.
Интересно, что их убило. На трупоедов не похоже. Thank you.
Свежие останки. Эти люди пришли сюда уже после смерти помещика. Попробуем светильник Кейры. Бросили нас! Глянь, все смылись! Значит, до... Бросили нас! Глянь, все смылись! Значит, доберемся вплавь. Давай! Добро тут, что ли, оставить? Ты плыви! А я... Бросили нас! Глянь, все смылись! Значит, доберемся вплавь. Давай! Добро тут, что ли, оставить? Ты плыви! А если найдешь лодку, возвращайся за мной. Ха, да почему же не найду? Оглянуться не успеешь, а я уже вернусь. Ух!
спохватились. Не впустят Грахма. Тихо, дурень. Будешь так громко клювом щелкать, так и сам барин услышит. Где его? Он сидит себе на пуховых перинах, мясом обжирается. Ему, небось, невдомек, что сейчас из него ремни начнут резать. Дорога свободна, мужики! Дави их! Интересно, что их сюда привлекло, голод или алчность? Милка, уходить надо. Ну что ты там, живей? Милка! Милка, что с тобой? Не знаю. Горячо. Жжет. А-а-а. Что? Нет. Не подходи! Не оставляй меня. Похоже, эти крестьяне пришли сюда не с вежливой просьбой. Крыс очень много. Живых почти столько же, сколько мертвых. Знаешь, что они тут живут? О, Геральт, перестань! Давай без подробностей. Thank you.
Следы крови. Здесь убили нескольких человек. Где барин? А вот он, лежит себе тихохонько. Башка треснула, как дыня гнилая. Валяется, весь в крови и в дерьме, совсем как мужик. Никакой в нем важности не осталось. Слишком быстро его убили. Пускай бы сперва помучился. Так это еще не все. У него сыновья остались. И дочка. Пойдем наверх. Чего только богатеи не придумают, гляди. Крыс в клетках держит, что твоих кроликов. Может их выпустить? Они ж тут с голоду передохнут. А я бы их сжег, чтоб передохли твари вшивые. Доплывут еще до деревни, беды наделают. Ха, как же это? Крысы доплывут! Ой, не боись, крысы-то поумнее тебя будут. А, какие-то они квелые. Глистатые все, или как... Ой, фу, как воняют! Аннабелле, не начинай! Займись лучше вышиванием и не морочь мне голову этой деревенщиной! У тебя в голове засел этот простак, и теперь тебе кажется, что они все такие же учтивые, как Грахов! Господин мой, мужики ворвались в башню! Только золото! Покойникам-то уже не пригодится. Аж странно, что не растащили. Столько времени после смерти барина. Кто здесь? Отзовись! Есть тут кто? Ты? Ты кто?
лаборатории наверху башни. Я на последнем этаже, но лаборатории здесь нет. Значит, на самый верх ты еще не добрался. Поищи какой-нибудь проход. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Похоже, это лаборатория, и, кстати, отличная. Эксперименты на людях. Во времена Капитула им бы это с рук не сошло. Зачем ты меня оставил? Ты же говорил, что любишь меня. Мне так холодно. Почему никто за мной не приходит? Я не могу отсюда выйти. Кто ты? Ты тоже хочешь меня обидеть? Я ведьмак. Я хочу снять проклятие, которое висит над островом. Но кто ты? Другие духи меня не видели. Я исключение. Я всегда была исключением. Дочь помещика, самая красивая. Все эти земли, куда ни взгляни, были наши. Мы укрылись в башне чародея, чтобы переждать войну и трудные времена. Ненадолго. Что за чародей здесь жил? Его звали Александр. Я плохо его знала. Он все время сидел в этой башне. Знаешь, он тоже умер. Все умерли. Целые горы трупов. А я все равно одна. Совсем одна. Все меня бросили. Даже тот, кто клялся мне вечной любви. И ты тоже меня оставишь. Если я сниму проклятие, ты сможешь уйти. Расскажи, что случилось в башне? Говорят, крестьяне приплыли сюда просить еды. Это так? Нет. Они пришли красть и убивать. Думали, мы здесь купаемся в богатстве и смеемся над их горькой долей. Но у нас тоже было мало еды. Нам нечем было делиться. Они перебили всех. Я слышала, как кричит отец, но чародей велел мне не выходить из укрытия и никому не открывать. Он дал мне эликсир. Я должна была его выпить, если меня найдут. Он сказал, что все будет хорошо. Что это был за эликсир? Ты помнишь запах, цвет? Помню только, что боялась его пить. Ты не доверяла магу? В деревне говорили, что он занимался заразами. Не лечил их, а наоборот вызывал. Говорили, будто он заманивал в башню крыс и заражал их катрионой. Это только слухи, конечно, но мне было так страшно. Я услышала голос моего возлюбленного Грахама. Он звал меня. Я открыла, но за ним вошли другие. Они набросились на меня и... Почему твой любимый тебя не защитил? Их было слишком много. Он кричал, чтобы они оставили меня, но они только смеялись. Они обидели тебя?
Они начали рвать на мне платье, хватали меня за руки. Я вырвалась, выпила эликсир, а потом... не помню. Так ты умерла? От яда? Нет. Позже я проснулась. Было темно. Никого не было, только крысы. Десятки, сотни крыс. А я не могла шевельнуться. Это был сонный эликсир, он еще не перестал действовать. Ты была парализована. Они были всюду. Они лазили по мне, как насекомые. По рукам, по лицу. Я чувствовала, как они разрывают мою кожу. Лезут в живот. Они разрывали меня на кусочки. А я даже не могла кричать. Разве я мало страдала? Почему я не могу отсюда уйти? Ты можешь общаться с другими призраками на острове? Нет. Я здесь совсем одна. Другие духи убегают от меня. Я не знаю, почему. Ты меня не боишься? Я часто имею дело с духами. Хотя должен признать, что ты... другая. Ты была не последней, кто умер на этом острове. Я нашел в башне свежие останки. Тут опасно. Никто не должен приплывать на этот остров. И я тоже хочу отсюда уйти. Похоже, на этого человека напало какое-то чудовище совсем недавно. Кто еще живет в этой башне? Не знаю. Здесь столько призраков. Я слышу, как они шепчут по ночам. Я имею в виду не призраков, а чудовище, которое здесь обитает. Может, ты что-то видела? Не знаю. Ничего не знаю. Зачем ты расспрашиваешь меня про такие вещи? Ты должен спасти меня, а не мучить. Как я могу тебе помочь? Меня связывает проклятие, рожденное ненавистью. Преодолеть ее может только сила любви, но... кто сможет полюбить призрака? А твой любимый, о котором ты говорила, его тоже нет в живых? Грахам? Нет, он жив. Я бы узнала, если бы он умер. Но он меня бросил и сбежал. Оставил меня одну. Возможно, если ты простишь его, проклятие потеряет силу, и весь остров очистится. Кто твой возлюбленный? Сын какого-нибудь дворянина? Нет. Он бедный рыбак. Поэтому мой отец не хотел, чтобы мы были вместе. Я так по нему тоскую. Ночью я выхожу на берег острова и смотрю в сторону деревни. Помнит ли он обо мне? Ты говорила, что не можешь выйти из башни. Разве? Тебе должно быть показалось. Мне не показалось. Я и сама не знаю. Все это как кошмарный сон. Я думаю, что проклятие завязано на тебя. Твоя аура гораздо сильнее, чем у других духов на острове. Мой медальон дрожит с самого начала нашего разговора. Не знаю, о чем ты. Но ты же разбираешься в таких вещах. Наверное, ты прав. Я чувствую, что моя судьба связана с островом. Может, потому что я наследница этих земель. Проклятие может опираться на связь крови и почвы. В таком случае, чтобы освободить остров, тебе будет достаточно простить Грахама. Я любила его. Я готова его простить. Но хочу убедиться, что он жалеет о том, что сделал. Отнеси ему мои кости. Пусть он меня похоронит. Это будет наше прощание. Ты поговоришь с ним? Сделаешь это для меня? Я надеюсь, что смогу тебе помочь. Но сперва мне надо осмотреться. Что ты хочешь здесь разглядывать? В этой башне только кости и крысы. Не оставляй меня с ними. Я обязательно вернусь к тебе. Хорошо. Но не заставляй меня ждать слишком долго.
когда этот кошмар закончится? В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о просто держали в клетках до конца. Вот, сука, дрянная смерть. Все. Все меня оставили. Когда этот кошмар закончится? Что это с дверью? Ты хотел бежать, как Грахам. Что ты задумала? Никто меня больше не обманет и не предаст. Ты останешься здесь навсегда.
был такой, будто ты сам присоединился к сонму призраков. Я сражался с моровой девой. Моровая дева? А ты узнал, как снять проклятие, прежде чем бросаться на нее с мечом? Да, мы поговорили. Похоже, что я должен привести на остров ее возлюбленного рыбака Грахама. Я его знаю. Он живет в руднике на берегу озера. Ищи его быстрее. Я чувствую, мы близки к цели. Как этого пьяницу вразумить? Не к добру это. Ох, не к добру. Грахам, впусти меня. Сказал же, не хочу никого видеть. Но тут ведь... Оставьте меня в покое. Как тебя бору? Чего ты за мной ходишь? Я вот хотел спросить, чего тебе нужно от Грахама? Ну нет, ничего. А вот мать его за него беспокоится. Он как с острова вернулся, один в хате сидит. Ни с кем не разговаривает. Совсем от этой несчастной любови свихнулся. Так это и есть тот ведьмак, Страшила. Я у себя в носу. Поговорить хочу. Ты глухой или как? Я же сказал! Ты кто такой? Я ведьмак. И что? С чего мне вдруг с тобой разговаривать? Я был на острове и знаю, что там случилось. От меня что тебе надо? Я хочу поговорить об Аннабель. Да что ты можешь о ней знать? Я разговаривал с ней. Аннабель больше нет. Она выпила яд. А я не сумел я ее спасти. Ты любил ее? Да, Одури. Так влюбился, что верил, что у нас все получится, и мы будем вместе. Отец ее, понятное дело, слышать ничего не хотел. Его дочкой простой мужлан. Расскажи, что случилось на Коломнице? Если уж так интересно. Милка, Зембаш и Фалик созвали самых сильных мужиков, чтобы поплыть на остров. Хотели отобрать у помещика свое. Они знали, что мне слуги в башне ворота откроют, потому что я продавал им рыбу. Тебя заставили пойти с ними? Нет, я думал, мы с Аннабель, что мы убежим вместе, но все покатилось к дьяволу. Наши начали убивать, хотели изнасиловать Аннабель. И она отравилась. Маг ей, видать, яду дал. Я выбежал из башни, орал, что хочу умереть, проклинал их. Нет, не могу. Не заставляй меня вспоминать. Что именно ты сказал, когда бежал с острова? Я не помню. Я хотел, чтобы они заплатили за то, что с ней сделали. Если ты их проклял, Коломница — место с мощной магической аурой. А ее могут пробудить сильные чувства и злая воля. Твои слова могли стать источником проклятия. Из-за этих ублюдков она отравилась. Аннабель не отравилась, она выпила сильнодействующее снотворное. Так чародей хотел ее защитить. Все должны были принять ее за мертвую. Но это значит, разве она... Ты сказал, что говорил с ней? Я говорил с ее духом. Когда она проснулась, в башне остались только остывшие трупы и крысы. Они сожрали ее заживо. Значит,
Тогда она была еще жива? Но... Нет, это невозможно. Она была совсем холодная, как мертвая. Я тряс ее, умолял, чтобы она открыла глаза. Я не верил. Понимаю, ты чувствуешь себя виноватым, но ты не мог знать, что это не яд. Боги, что я наделал? Если бы я остался, чтобы ее похоронить, я бы заметил, что она жива. Все могло окончиться хорошо. Ты не выжил бы на острове. Лучше бы я умер, чем оставлять ее крысам. А теперь я уже ничего, ничего не могу для нее сделать. Ты ошибаешься. Ты все еще нужен, Аннабель. И можешь ей помочь. Она все еще там, в башне. Я могу? Могу ее увидеть? Да, но ты должен кое-что знать. После смерти Аннабель превратилась в моровую деву. Это как? Она не просто неупокоенный дух. Она стала могущественным призраком. Скорбь и ненависть дают ей силу сеять смерть и мор. Она страдает. Как я могу ей помочь? Аннабель думает, что ты ее бросил и сбежал. О, боги! Значит, она ненавидит меня? И все это время думала, что я ее бросил? Да. Если ты вернешься в башню, может, тебе удастся ее убедить, что все не так. Я думал, она умерла! Я бы не оставил ее одну! Аннабель других духов удерживает на острове проклятие. Любовь может разрушить его. Как в легендах. Если ты знаешь эти легенды, то понимаешь, что достаточно поцелуя, чтобы разрушить злые чары. Но при одном условии – любовь должна быть настоящей. Говорю тебе, я любил ее всем сердцем. Прошу, отведи меня к ней. Это будет опасное путешествие, ты понимаешь? Да, конечно, но я не трус. Уж в этот раз не побегу. Ничего, идем. Пошли. Идем в башню. Это из-за него мы здесь блуждаем. Я столько ждал, чтобы... Идем в башню. Идем в башню. Нет.
Не бойся, с тобой ничего не случится. Когда я входил сюда в последний раз, я все еще надеялся, что Аннабель и я... Ведь все могло получиться. А так... Все из-за меня! Если бы я сумел ее защитить! Прошлого не изменить, но теперь ты поможешь Аннабель обрести покой. Все-таки ты вернулся ко мне. Это... Не знаешь? Это я, твоя Аннабель. Та, которую ты бросил. Помнишь? Аннабель, я был уверен, что ты умерла. Если бы я знал, я бы никогда тебя не оставил. Я сделал бы для тебя все. Ты же знаешь! Поверь мне! Докажи. Поцелуй меня. Грахам, подумай. Наконец-то! Я снял проклятие. А Грахам и Аннабель теперь вместе.
Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Расскажи мне что-нибудь еще о чародее с острова. Вы были друзьями? Вот уж не думала, что тебя настолько интересует моя личная жизнь. Мне интересно, что объединяло вас как магов в профессиональном плане. В этом отношении у нас было мало общего. Александр был одним из тех нервных экспериментаторов, которые не спят ночами и которым для счастья хватает одинокой башни и набора реторт. Я снял проклятие с острова. Ты убедил Грахама пойти с тобой в башню? Ты сказал ему, что там моровая дева? Он знал, чем рискует. А еще он слышал историю о поцелуе истинной любви, который разрушает злые чары. Наверное, это добавило ему отваги. И что, все кончилось хорошо? Как посмотреть. Проклятие снято. Душа Аннабель обрела покой, но Грахам умер. Бедный мальчик. Что ж, настоящая любовь встречается реже, чем многим кажется. Одно меня беспокоит. Ну? Аннабель сказала, что Александр изучал заразные болезни и упомянула Катриону. Ты знала об этом? Все чародеи об этом знают. Александр был очень уважаемым эпидемиологом. Я бы многое отдала за возможность заглянуть в его заметки, но он их тщательно охранял. Что ты будешь делать со светильником? Я же говорила, можешь оставить его себе. Мне он вряд ли еще понадобится, остров же очищен. Я начинаю жалеть, что не выбралась туда вместе с тобой. Впрочем, мы еще можем наверстать упущенное. Ладно, мне пора в путь. Может, ты останешься еще ненадолго? У меня есть еще одна малюсенькая просьба. Да? Я заказала из Новиграда кое-какие субстанции. Торговец должен был приехать еще вчера, но так и не появился. Может, взглянешь, что случилось? Этот груз очень важен для меня. Почему нет? Если он ехал из Новиграда, значит, должен был проезжать большие сучья. Я посмотрю в округе. Спасибо. Я буду очень признательна. Латва, не так быстро! Убью! Вперед, плотва! Широкие тяжелые колеса. Фургон торговца.
Свернул с дороги на всем ходу. Нехорошо. Ну да, если торговец путешествует по Велену в одиночку, добром это не кончится. Сухое красное из зубарана. Южный склон с привкусом черной смородины и цитрусовых. Жаль. Куски мяса катаблепаса? Интересно, для какого такого заклинания? Пакет не поврежден, но ничего магического я не чувствую. Хотел бы я знать, как Кейра это объяснит. Человеческое, артериальное. Он не мог далеко уйти. И ждал помощи. Помощь не пришла. Вот тебе и Велен. Давай, плотва! Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Я достал вещества, которые ты просила. Прекрасно. Теперь можно заняться двойным древесным расхождением. Но сначала... Нагреешь вина с пряностями? Я видел, что было в телеге. Мясо, дорогие вина, зериканские пряности. Ничего магического. Может, скажешь, что ты задумала? Я лучше покажу. Но придется немного подождать. Ты меня заинтриговала. Ладно, я подожду. Тогда брысь на двор. Будешь наряжаться? Позже. Не торопись. Ну, иди, жди перед домом. Благодарю за терпение. Я почти готова. Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек, я бы просто напился. Обрати внимание, я сказала почти. Не мешай. Мышей в лошадей? Трансфигурация третьего уровня? Впечатляет. Но я все-таки не понимаю. Знаешь сказку о Золушке? И даже реальную историю. Во дворцовом пруду появился Ригер и проглотил принцессу Сандрилу. От нее осталась одна туфелька и... Умоляю, ни слова больше о Ригерах. Вернемся к сказке. Я мечтаю, что в одну волшебную ночь сбегу с этих жутких болот. Добрая крестная мне не нужна, чары я и сама наложу. Но от прекрасного принца я бы не отказалась. И выходит так, что ты единственный достойный кандидат во всем Велене. Итак, что ты скажешь насчет поездки верхом в лунном свете и об ужине?